Эй, всем привет! Ну что, выходные подошли к концу, а значит, самое время пробуждаться. Ведь для многих выходные это не просто какие-то тихие посиделки с семьей, а какое-то путешествие. Вот я, допустим, ездил вчера на природу шашлычки жарить. Ох, прекрасное было время, наконец-то и в нашем ледяном царстве наступила такая возможность. Безумно за это счастлив и очень надеюсь, что вы уже ездили на природу, отдохнули или ждете майских праздников, потому что осталось не за горами. Там уже целые дни будут для этого рассчитаны. Ну, что я все про шашлыки да шашлыки, как будто бы почти полгода никуда не ездили, только об этом и хочется говорить. Нет, на самом деле, когда мы с вами смотрели последнее видео по Лиге Легенд на трек Warrior, вы в комментариях очень много написали, что он меркнет по сравнению с треком Awaken, поэтому надо узнать, а проверяется это все опытным путем. Мы сейчас посмотрим, послушаем, а в конце, как всегда, обсудим. А может быть, он не так хорош, а может быть, он лучше, чем мы можем этого себе представить. В общем, я нажимаю на play, ты нажимаешь на полный экран, мы смотрим, кайфуем, а в конце обсуждаем. План уже в который, наверное, в 50-й раз работает, поэтому мы продолжаем его использовать. И ни слова больше. Поехали. А картиночка-то все на таком же высоком уровне. Хотя видео было раньше, почему все так же? Ой-ой-ой. Я что, снова влюбился? Воу! А это круто! Хо-хо-хо-хо! Нет! Если бы я играл в эту игру, я бы за нее мстил! Матерь Господня! Ловушка? Ух, махать сейчас будет. Ух ты. Фу. У меня немного мурашки по телу от шедевральности. Что было сейчас? Вот это изящество. Oh.
Это была Лига Легенд Awaken. Вот и скажите мне, как после такого не пробудиться? Обсуждаем по полочкам. Ну что, ребят, как всегда, начнем, наверное, с видео. Такая у нас прикольная традиция. Это видео 2019 года. Но почему-то, я уж не знаю почему, мне показалось, что оно даже круче, чем то видео 2020 года. Может быть, потому что цветокор другой, декорации другие. Но у меня сложилось впечатление, что анимация здесь будет таки посильнее, чем в том. Что тут сказать? Раскрытие, как всегда, гениально. Мне безумно понравилась сцена в театре. Этот злодей, играющий на рояле. Ну почему многим злодеям добавляют эдакого шарма романтики. На полях сражений. Это была за маленькая зверушка. Это мини-панда. Я не знаю, это выглядело так круто. Или это то самое животное, которое мы видели в клипе Pentakill Mortal Reminder. Кстати, похоже, но можете тоже написать в комментарии, он ли это был зверек, которого мы видели ранее. Или это какая-то новая раса, но выглядело это очень мило. Еще и суперспособность в виде электричества. Это было, пожалуй, круто. В общем, в качестве клипа я максимально удовлетворен. Все персонажи мне показались дико интересными, каждое взаимодействие, каждая борьба показалась очень крутой, пронизывающей, и действительно проникаешься, наверное, так будет правильно сказать. Я, конечно, не до конца, потому что я не знаю всего лора, но смотря на происходящее, я подумал, что, наверное, вражда идет очень долго, и действительно, каждая из сторон заслужила быть победителем. Ну, такое вот у меня впечатление, может быть, я не прав, как всегда, ведь мы смотрим с вами поверхностно на происходящее в клипе. Переходим теперь к аудио. Да. Трек в разы сильнее, чем то, что мы слушали в 2020 году песню Warrior. Да, у нее, конечно, был другой посыл, и мы его обсудили у этого же трека. Тема-то другая на самом деле. Если тот трек без клипа слушать было нельзя, то это прекрасно слушается и в плейлисте. Я его, кстати, туда добавлю, а вы, как всегда, переходите по ссылочке, добавляйте себе любимые треки и слушайте плейлист, который уже заготовлен мной заранее. Буду рад, если вам что-то понравится. Трек сам прекрасен. Еще и с картинкой добавляется новый шарм, новая напряженность, которая должна быть, и ты переживаешь. Я ведь не знаю, что с этими персонажами может быть, а что с ними произошло. А вдруг бы во время просмотра кто-то из них бы погиб? Ведь трек-то к этому и подводит, что такое может быть. Пробуждается ведь не только добро, но и зло. И в обратном порядке, когда пробудилось зло, обязательно должно пробудиться добро. Или просто нейтралитет, чему нас учил, кстати, господин Возьмак. Лайк, если понял отсылочку. Огромное спасибо вам, всем, кто рекомендовал этот трек и клип для просмотра. И еще раз убеждаюсь, что вы советуете только годноту, годнотище, которое не только приятно смотреть, но еще и поделиться с другими. Так что ставь себе лайк, всем лайк. И, конечно же, оставайся на канале, ведь я здесь еще чем-нибудь тебя да порадую. Ну, а на сегодня все. Удачного тебе завершения выходных. Увидимся уже на следующей неделе. И, как всегда, люблю, целую. Пока-пока.